И еще новости короткой строкой. В ходе очередного рейда в Приморье изъяли 67 литров нелегального алкоголя. Сейчас продукцию отправили на склад, а после уничтожат. Приморские рыбаки уже выловили более 120 тысяч тонн сельди, освоили половину выданных квот. Телефон доверия в этом году принял почти 6 тысяч звонков. Психологи подводят статистику. За помощью обращались люди разных возрастов и социальных статусов, но в основном звонили подростки. Владивосток потерял лидерство в голосовании за столицу тотального диктанта. На первом месте с крошечным отрывом сейчас стоит Иркутск. Голосование проходит на официальном сайте диктанта и закончится 26 декабря.